На обед сегодня решила приготовить вкусную, сочную буженину, которая подойдет в качестве основного блюда или перекуса. Для этого в пищевом контейнере смешиваю соль, чеснок, лавровый лист, горошковый перец и итальянский трав. И заливаю это все водой. Размешиваю до растворения соли. Мясо мою и опускаю в маринад. Закрываю крышкой и отправляю в холодильник на 24 часа. Для обмазки смешиваю томатную пасту, растительное масло, итальянские травы, смесь перцев и чеснок. Должна получиться достаточно густая масса. Мясо достаю, промываю его, обсушиваю и натираю томатной массой. Далее мясо помещаю в рукав для запекания и отправляю запекаться в духовку при температуре 180-200 градусов 1,5-2 часа, пока при проколе мяса не станет выделяться прозрачный сок. Мясо нарезаем и подаем с любым гарниром. Я также этим мясом заменяю колбасу в бутерброды. Получаются очень вкусные, сочные, правильные бутерброды, которые удобно брать с собой в дорогу или на природу. Приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, и впереди вас ждет еще больше вкусного и интересного!